Всем привет! В этом видео расскажу вам про видеокарту EVGA GTX 1080 Kingpin. В какой-то мере уже не актуально говорить про видеокарты GTX 1080 Ti. Но в этом видео я хочу вам рассказать не про очередную видеокарту, а больше пояснить, в чем заключается разница между обычными видеокартами и оверклокерскими, а также есть ли смысл в оверклокерских видеокартах для обычных игровых систем. Видеокарта EVGA Kingpin – это одна из трех оверклокерских карт, которые есть в серии GTX 1080 Ti. Здесь, наверное, сразу нужно дать пояснение последователям культа бренда Asus. Asus ROG Strix – это не оверклокерская карта, так как ее элементная база, хоть и достаточно и качественная, но не является высокопроизводительной, как элементная база карт, которые я упомянул ранее. Да и вообще, карты линейки Strix 110-го поколения GeForce были самым обычным ширпотребом, а оверклокерской линейкой считались карты Matrix. Но в 10-й серии GeForce Asus таких не сделала. Оверклокерские карты характеризуют несколько вещей. Первое – это элементная база. Здесь важно понимать, что разница не сколько в качестве элементов, а сколько в характеристиках. Само качество элементов от разных производителей примерно на одном уровне, если мы говорим про оригинальную продукцию, а не про подделки, которые клепают в Китае на ура. Тем более, что все производители видеокарт зачастую используют одну и ту же элементную базу. Основное отличие дорогой элементной базы от той, что применяется в обычных картах, это практически полное отсутствие расхождения в характеристиках между самими элементами для равномерного распределения нагрузки по линиям питания. Более высокие характеристики отклика элементов, такие как скорость срабатывания или скорость переключения и им подобные. А также такие элементы имеют более высокий КПД при больших и длительных нагрузках, особенно при высоких температурах. Второе отличие оверклокерских карт от обычных заключается в продуманной схеме питания, которая хорошо распределяет нагрузку между фазами и эффективно борется с негативными явлениями во время преобразования напряжения. Именно по этой причине оверклокерские карты зачастую имеют больше фаз или линий питания, чем обычные. И третье отличие – это BIOS. В оверклокерских картах режим работы под нагрузкой подогнан под предельные возможности архитектуры графического чипа, благодаря чему при экстремальном охлаждении оверклокеры получают максимальную производительность. А теперь вопрос. Как все эти преимущества оверклокерских карт влияют на производительность в обычных игровых системах? И на этот вопрос отвечает таблица максимальных частот чипа и памяти, которые у меня получилось снять в результате тестов во время разгона. И как вы видите, преимущество оверклокерских карт над обычными минимально, а если учесть, что стоимость оверклокерских карт отличается разительно, то минимальное преимущество в производительности просто не стоит этих денег. Но есть еще один момент, который я не могу обойти стороной. Это качество исполнения оверклокерских карт. И я сейчас говорю не про элементную базу, а про качество материалов и внешний вид. Когда держишь такую карту в руках или знаешь, что такая карта находится у тебя в системнике, тебя переполняет какое-то чувство гордости и исключительности, хотя одновременно с этим сложно забыть про ее стоимость. Если говорить конкретно про видеокарту EVGA Kingpin, то в режиме разгона она оказалась самой производительной, даже несмотря на то, что ее система охлаждения уступала в размерах другой оверклокерской карте MSI Lightning. Система охлаждения у этой карты неплохая в плане охлаждения основных элементов, но из-за того, что она только 2-слотовая, ее просто не хватало для эффективного охлаждения во время разгона, чтобы выжать весь потенциал на воздухе. При разгоне чипа приходилось жертвовать разгоном памяти и наоборот. К примеру, при разгоне чипа до 2076 МГц карта была стабильна только при частоте памяти 12528 МГц, а при разгоне памяти до максимально стабильного значения 12828 МГц частоту графического ядра приходилось снижать до 2063 МГц. Если говорить честно, то система охлаждения является декоративным элементом, так как оверклокеры их снимают и устанавливают специальные стаканы для охлаждения чипов жидким азотом. Но в целом она неплохая и за счет использования минимального количества примесей выигрывает примерно 2-4 градуса у практически аналогичной системы охлаждения видеокарты EVGA FTW3. Ну и в заключение, что хотелось бы сказать. Не стоит стремиться заполучить такие карты, так как разница в производительности будет нивелироваться высокой ценой. Такие карты я могу рекомендовать только людям с неограниченным бюджетом и дополню, что их лучше охлаждать жидкостной системой охлаждения, дабы в бытовых условиях на постоянной основе приблизиться к технологическому максимуму. На этом у меня все, до новых встреч!